Ребята, Анапа, пляжи переполнены. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас на гостевом проезде. Гостевой дом называется Варна, 63-й номер дома. Если вдруг вы захотите сюда приехать на отдых, то вы можете воспользоваться бассейном. Есть мангальная зона, шикарная беседка. И вообще у дома такая очень интересная концепция. Здесь есть как эконом номера, так и с полным боекомплектом. Телевизоры, кондиционеры, все остальное. Так что пристегивайтесь, садитесь поудобнее, наливайте свои любимые напиточки. Не знаю, кто где смотрит мое видео. В общем, занимайтесь самими привычными делами и наслаждайтесь просмотром нашего обзора на гостевой дом. Далее сходим на море и надеюсь, что получится доставить вам эстетическое удовольствие и узнать много новой информации. Поехали. Подпишитесь и лайк поставьте. Друзья, гостевой проезд 63. Вот это место. Сдам комнаты. Здесь написано номер телефона. Вокруг нас очень много полей. Кстати, встретить с вокзала вас смогут абсолютно бесплатно, так же, как и отвезти туда. Это имеется в виду именно ЖД вокзал. Так что обращайтесь, трансфер входит, это плюс. На территорию вы можете заехать, поставить свою машинку. Здесь места, в принципе, предостаточно для размещения. Но теперь вот нетривиальное размещение номеров, друзья. То есть мы заходим, здесь практически у всех свой собственный вход. Подходим поближе. Интересно это устроено. Честно, я вот сколько езжу, всегда смотрел на этот дом и всегда было интересно, что это, как это, почему это. И вот сегодня есть возможность посмотреть и вам показать. Это самый дорогой на сегодняшний момент здесь номер. Стоимость у него 2000 рублей. А размещение до 5 человек. Имеется телевизор, стол, место для хранения, холодильник, раскладывающее кресло, двухспальная кровать, две тумбочки, еще один диванчик раскладывается, ну и сплит-система с картинами. Место для хранения выглядит вот так. Сделана очень интересная подсветка архитектурная и свой санузел имеется в этом номере. Это унитаз, место, куда все положить, зеркало, раковина. И я здесь прям залип на душевые поддоны. То есть в них нет бордюра, говорят, что вода не проливается. То есть там чук и туда уходит. Очень интересное решение, смотрится классно. Мне понравилось. Сейчас снимать все по порядку, поэтому давайте вот мы начали с номера, ну а дальше будет территория. Территория также вся огорожена, очень много зелени, очень много цветов, аромат источает просто восхитительный. Здесь мы тоже покажем с вами номера, но сначала давайте обратим внимание на места отдыха. Вот такая вот качеля под вьюном, есть просто лавочка, бассейн. Бассейн такой очень интересная форма, глубокий, вода чистенькая, прозрачная. То есть все, что надо, в принципе, есть. Далее проходим здесь вот такой эрарий, под которым висит качель и есть стол со стульчиками рядом. Идем далее, друзья. Ну, во-первых, тут еще зеленая зона огорода присутствует, а также кухня летняя. Тоже все очень симпатично сделано. Есть много стульчиков, большущий просто стол, плита газовая, холодильники, микроволновка, набор посуды. То есть все, что вам только может понадобиться. Ну и, конечно, для развлечения музычка играет. Обходим далее. Смотрим, здесь высажены разнообразные деревья. И здесь, наверное, сердце заболит у многих мужчин, когда они это увидят. То есть огромный стол, тоже скамейки. И есть мангальная зона с большущими шампурами, тут и под люляшки, и под обычные сеточки, вот такие печи имеются, и казанчик. И это все можно использовать абсолютно бесплатно. В казане, кстати, вкусняшка какая-то, кто-то что-то ел сегодня уже. Здесь мы видим, персик произрастает, и обходим дальше гостевой дом. На улице также имеются душевые, туалет, которым можно воспользоваться. А еще здесь большущая кухня. Вдруг если погода там испортится, или на летней вам не захочется сидеть, то есть вот такая вот зона. Здесь стол, тоже парочка диванов и место, где приготовить себе пищу. Также в этом гостевом доме есть еще дополнительно. И так это как-то работает. Такие створочки сделаны. Ты открываешь, заходишь, здесь душевая зона. И здесь есть банька. Банька 2000 на весь день вам ее топят, если вдруг хотите, даже в летний период. И неограниченное количество людей можете там все скинуться гостевым домом и будете париться по очереди, купаясь в бассейне. Ну, как вы видите, зелени во дворе, ну, очень много.
и смотрится это очень красиво. Теперь давайте пройдемся дальше по номерам, уже посмотрим, где вы можете что-то снять и отдыхать. Подходим вот номер, свой собственный заход сюда, да, то есть дверь у вас закрыта. Я уже просто пооткрывал, чтобы мне было удобнее. Заходим, смотрим, двухспальная кровать, здесь рядышком кресло, которое также раскладывается, тумбочка, место для хранения, телевизор, свой санузел, о нем чуть позже, есть картина, сплит-система. То есть это важно показать, чтобы вы знали, что вдруг, если жара, ну, такое вот зеркальце. Дальше заходим, смотрите, как оформлен санузел. То есть, пожалуйста, унитаз. Здесь душевая зона. Боже, такая светлая, классная. Мне прям нравится, как это реализовано. И тут такая небольшая раковина еще сделана. Очень нестандартное освещение здесь. То есть, своя комната с своим выходом. Прикольно. Стоимость этого номера 1000 рублей в июне месяце. Здесь от этого бассейна, через сад, который я показывал, есть еще один номер. Он примерно такого же формата. Две кровати и док-место. Имеется своя вот сплит-система. Интересная подсветка, место для хранения. Такая вот полочка, телевизор, собственный санузел, раковина, зеркало, унитаз, то есть и душевая зона. Место для хранения выглядит вот так. Стоимость этого номера 1000 рублей, июнь месяц. От бассейна у нас есть лестница, которая нас ведет туда наверх. По ней поднимаемся. Лестница, кстати, здесь и бетонная, очень хорошая. На втором этаже, то здесь отдыхает, есть свой стол со скамеечками под виноградной лозой. Можно сидеть, смотреть на бассейн, если вдруг ваши дети там отдыхают. И давайте сам номер заходим. Сейчас здесь проживают люди, но они разрешили показать все, как здесь выглядит. На входе с правой стороны место для хранения, место, куда повесить ваши вещи. Здесь также имеется такое большущее зеркало и такая вот зона с кондиционером и шкафом. Проходим немножечко правее. Имеется кресло, которое раскладывается. Смотрите, здесь вот по всему периметру такие вот панорамные окошки. За ними лоза виноградная, окна затемненные. То есть здесь раскладывается это место. Если вдруг надо, номер вообще считается 3 плюс 1. То здесь вы можете увидеть в такой нише двухспальную кровать, набор полочек, тумбочка, односпальная кровать, с этой стороны телевизор, стол, ну, все, что нужно для хорошего проживания. Стоимость данного номера июнь месяц 1200 рублей. Но этот номер также со своим санузлом. Заходим, смотрим, есть раковина, унитаз, душевая зона. Все очень удобно, чисто, самое главное, красиво и необычно выглядит. Также есть еще на втором этаже некоторые номера, которые называются вот так вот эконом. Тут через другой дворик такой проход. И говорит, тут такая вот прикольная планировочка. То есть красивейшая лестница. Мы поднимаемся с вами наверх. Заходим на второй этаж. И давайте посмотрим, что из себя представляет это вообще место. Здесь смотрите, раз, два, три, четыре номера и один санузел. Начнем с санузла. Также я показывал вам, есть что во дворе, санузлы, которые можно пользоваться, большая душевая, унитаз, раковина с зеркалами. Вот этой зоной можно пользоваться всем, то есть как угодно. Здесь, смотрите, вот номер за 900 рублей можно снять. Вот такой вот. Здесь есть кровать, сплит-система, есть место для хранения ваших вещей, телевизор, ну, две тумбочки. В принципе, все, что вам только надо для отдыха. Идем дальше. Здесь у нас тоже двухместный, большущий номер с возможностью доп. Места. Так же самое, 900 рублей, телевизор, сплит-система. Все есть, место для хранения выглядит вот так. Следующий номер, это трешка, стоимость у нее 1100 рублей. И тоже места, в принципе, предостаточно, три кровати есть. Сплит-система, место для хранения. Место для хранения выглядит вот так. Цены, если сравнивать с соседними гостевыми домами, довольно-таки приятные. Очень интересная планировочка. И последний номер. Тут живет один парень. Он снял его полностью на все лето, этот номер. То есть он работает, сюда поспать приходит. То есть особо он вам мешать не будет. Даже на общую зону сюда сделан такой вот советский кондиционер. Конечно, мне показалось очень уютно, потому что очень много таких интересных мест, такие дворики, не знаю, какое-то там греческое подворье напомнило это все.
Если у вас какие-то другие ассоциации, обязательно пишите. Но сейчас мы с вами уже будем отправляться к морю. Посмотрим гостевой проезд и что там вообще происходит у нас. Ну, теперь, друзья, от гостевого дома специально для вас прогуляемся по гостевому проезду. Посмотрим, что здесь есть интересного. Здесь местами будем идти по обочине, что пока у нас администрация города муниципальную территорию не привела в порядок. Ну, допустим, вот эти здесь некоторые гостиницы уже сделали и бетончик, и тротуарную плиточку. Но жаль, пока не везде пришла цивилизация, хотя постепенно мы видим улучшение. Здесь можно увидеть, что есть такое место, где можно остановиться, поесть. Кстати, сколько проезжаю, ни разу не видел. Я бы на их месте вот тут что-то бы поставил, чтобы было видно, что здесь есть шаурма. Чего так прикольно, остановился, перекусил, поехал дальше. Есть зонтики со стульчиками, посидел, отдохнул. Ну и дальше, в принципе, здесь проход нормальный. Также деревья высажены и очень много гостиниц. То есть этот район вообще, в принципе, весь в гостевых домах. У нас Ильсур приезжал еще туда дальше, отдыхал, был счастлив. Говорит, один из лучших отдыхов в мире. Мы к нему в гости приезжали, там тоже очень хорошие, так сказать, хозяева. И это не может не радовать. Мы уже совсем близко, кстати, вот водичку можно покупать. Прямо на углу поставили. К морю по расстоянию, да, у нас, ну, в принципе, оно небольшое, там в районе километра получается, ну, 10-12, от 12 до 15 минут, как заявляют сами хозяева гостевого дома. Говорят, с детьми ходили на море, говорит, вот такая получается у нас по времени прогулочка. Я же скажу для вас, и туда обратно, как вы видели, машинка у меня осталась там, чтобы точно были в курсе, сколько вам идти, устану я или нет. Это для меня, честно, это не расстояние. Если бы я вчера не был пострадавшим, меня вчера очень сильно размотало на кате, я стесал весь бок себе, не могу поднять правую руку, в которой как раз таки сейчас и несу стабилизатор. Не знаю, будет видно ссадины на ногах, вот так вот, видите, ссадины на руках, и вот здесь, ага, вся боковая сторона, вот прям через боль. А сегодня, прикиньте, была фотосессия. И я не мог показать ребенку, как кидать песок. Там было двое, которые были у меня уже, они были старше на фотосессии. Вот они мне помогали, за что ему громче спасибо. Слушай, я говорю, вот так. Я от боли вскрикиваю. Вот давай, как я повторять, такое ха-ха вообще. В общем, было весело. Здесь еще, как видите, не все участки позастроены. Ну, в дальнейшем, я думаю, когда все разовьется, это будут сплошные гостиницы. Но, к сожалению, просто домики здесь никто не строит, потому что участки довольно-таки привлекательные, свое место расположения, и стоимость у них тоже не маленькая. Поэтому строить просто дом, чтобы в нем жить, наверное, здесь не имеет никакого смысла. Поэтому развитие в таком плане идет. Конечно, будем надеяться и верить, что это случится очень быстро. В скором времени здесь будет элитнейшее районище города Анапа. И самое главное, чтобы не забывали всю инфраструктуру подтягивать. Я смотрю, что вот там вот параллельно тоже есть улица, и по ней идут люди как раз таки. С той стороны там уже будет начинаться тротуар, по которому дальше можно будет, так сказать, более спокойно прогуливаться. Вот эти здания, наверное, одни из старейших, которые вообще, в принципе, имеются здесь на Джимате. Можно вишню воровать. Вчера попробовал первую черешню, вот сегодня уже ворую первую вишню. Кисленько. Минутка рекламы, друзья. Это моя телега «Море Оз». Вбивайте, заходите. Сейчас у нас проходит конкурс. Вчера мы разыграли шашлык от Артура. Сегодня разыграем маечку от доктора Дюн, производитель «Волна» из Крыма, который я привез. Вел в этой майке эфирчик. Так что подключайтесь, участвуйте. Очень простые условия. И пускай вам повезет. Сейчас девушка вышла, на меня поругалась. Не созрела, что ж вы едите? Да мне одну надо было попробовать. В общем, дорогу тоже тут не переходите. Можно было и там пройти. Я увидел, что машин нету. Думаю, перейду по этой стороне, пройду. Здесь тоже очень много разнообразных гостевых домов. Есть и развитие этого района. Вот именно этого идет очень быстро, потому что еще несколько лет назад здесь не было ничего, потом бац, так резко все участки раздали, все построилось. Хотя очень много лет была чисто вот эта зона застройки, тут такой прям поналепленный частный сектор, может, были какие-то даже старые советские дома, там проживали какие-нибудь рабочие.
Ну, а потом вот домики, полудомики поднастроили. Тоже, кстати, все везде сдается, ребят. Очень многие люди приезжают, отдыхают в таких местах, как бы никто не допрягается. Голубой фургончик поехал, такой интересного вида. Я здесь уже, кстати, достаточно снимал разнообразных гостевых домов, по которым мои подписчики даже сейчас вот ездят и доставляют отзывы. Прям приятно читать, что столько было работы проделано не зря. И для многих это очень полезно стало. Я что же, нашли свои места отдыха благодаря моим обзорам. Потому что кто-то ищет там элитное, классное, кто-то ищет что-то дешевое, кто-то ищет, ну, что-то среднее. В общем, на каждый выбор на канале видео хватает, и это самое главное. Ну вот, собственно, мы дошли до поворота. С поворота здесь у нас уже хороший тротуар имеется. Там вот вообще остановочка общественного транспорта. Я, кстати, никогда не видел, что за маршрутка ходит и куда она ходит. Но люди там частично стоят. Это прям интересно даже будет узнать от вас информацию, какая тут маршрутка ездит, куда она возит. Ну, пожалуйста, люди спокойно, в больших количествах прогуливаются. Уже, правда, идут с моря. Время у нас 11 часов. Абсолютно правильно делают. То есть эта информация очень важна и нужна, что в это время надо уже убегать с пляжа, потому что включается ультрафиолет и начинает обжигать кожу. А кто-то, наоборот, говорится, всю ночь гулял, а в обед только на пляж пришел. Поэтому, говорится, спорить бесполезно. О, всякие разные вкусняшки продают. Прям по пути на пляж тоже хорошо. Туда есть проход, тоже очень много разных баз отдыха. Здесь их тоже расположено много. Ну, самое, наверное, известное, это Курский Соловей здесь находится, потому что у меня очень много подписчиков с Курска. А также есть здесь у нас Рябинушка. Рябинушка, сколько я знаю, в этом году функционирует под другие цели и задачи. Но если не прав, напишите об этом. Будет интересно вас послушать. Мне также интересно, сколько у нас по времени получится наша прогулочка. Там, значит, такая, как сказать, непринужденная, иду, мечтаю обо всем. Плюс, еще раз говорю, пострадавший после вчерашней каталки. Самое обидное, знаете, катался, прыгал, там великолепно, ветра маловато было. И вот они все ошибки случаются именно тогда, когда мало ветра. Подъезжаю к берегу, решил красиво выйти на берег, подлететь, чуть снять доску. При приземлении подскользнулся, меня потащило по берегу. Если бы вышел бы спокойно, было все хорошо. Радуга. Вот она, какой-то пансионат Соловей, это Курский, который я вам говорил. С левой стороны раньше был пограничник России, сейчас нам непонятно вообще, что происходит. Дорога, в принципе, у нас уже практически на Пионерский проспект привела. Экскурсионные точки есть, в которых можно узнать много чего интересного об Анапе, пообщаться, купить экскурсию. Вот про Браубер все рассказывают. Советую посещение, если вы там не были, даже если были, то тут все равно интересно посмотреть. Я там бывал много раз и постоянно что-то интересное новое находишь. Это радует, что территория стоит, развивается и, как говорится, двигается все только вперед, только дальше. Где, кстати, ну вот, чем ближе подходим, да, к Пионерскому, тем больше становится на проходе. Чуть ускоримся, обгоним, ребят. Обогнали, можно двигаться дальше. Так, меня интересует, какая сейчас температура воздуха, заявленная по прогнозу с утра, который я опубликовал, была 24 градуса. Но по ощущениям больше, потому что я иду, начинаю потеть, 31. Да, вот с правой стороны сейчас Рябинушка. Ну, представьте, да, насколько прогнозисты обшибаются. Это как-то неправильно. Мне кажется, когда дают настолько непроверенную информацию, даже обидненько чуть-чуть. Впереди вижу Пионерский проспект. Рябинушка вход. А нет, видите, семейного отдыха все-таки работает. Я, по крайней мере, там с детьми людей вижу. Так что, может быть, я ошибся, и хорошо, что ничего не озвучил. Прикиньте, что интересное здесь открылось. Шаурма и бургер. Сюда у нас находилась секретная столовая. Я, кстати, не смог дозвониться, жалко, девчатам. Зато есть столовая номер 7, друзья. Но уже работает. Отзывы, в принципе, хорошие. Если ели там, пишите, нам будет очень важно как бы собирать их в копилочку под нашими видео. Ценники везде одинаковые. Я даже, честно, не вижу никакого особого смысла, чтобы ходить там показывать. Посмотрите здесь, посмотрите там. Ну, все одно и то же. 12 секунд стоять на перекрестке. Это Пионерский проспект, в ту сторону у нас Анапа, в правую сторону у нас Витязь, остановочка у нас вот здесь находится, напротив здесь приезжают те люди, которые оттуда заработали уже и тут шлагбаумы, как-нибудь это больше всего радует.
частных, типа это наша, не заезжайте, когда территория муниципальная. Когда потоп все кричали, это не наша, пускай администрация решает проблемы. Столовая придорожная здесь. Видите, можно глянуть эти ценнички, что почем, ребят, продается. 120 помидорки, 300 черешня, 200 абрикосы, 160. Вот такие огромные помидоры. Огурчики, правда, не вижу. Все красиво. 150 персики. Клубника, клубника крупная. Вот за 180, смотрите, какая огромная просто. И здесь тоже куча разных вкусняшек. И погнали дальше, друзья мои. Посмотрели по ценникам. Ну, вот как бы скидки делаете на это. Там дальше есть еще одна столовая, магазин круглосуточный. То есть по продуктам все есть, что надо, не надо. То есть все для вас, как всегда, друзья. И осталось немножко прогуляться по гостевому проезду до моря. Продолжаем нашу прогулочку, смотреть, что здесь есть, что работает. Работает здесь уже абсолютно все, мои дорогие. И аптеки, и разливные всякие. И продают все, что вам надо и не надо. То есть совершенно неприличных это все количествах. Кстати, еще не все ролят. Смотрите, кто-то халявит. Решил пока отдыхать. Столовая тоже как-то давным-давно из нее ел, но не помню, правда, снимал обзор на нее или нет. То, что не надо, можете увидеть, в принципе, сами. И можно поглядеть. Ценники интересные. Конкуренты, конкуренты, да? 150, кстати, клубничка здесь чуть подешевле, чем там. Кукуруза. Есть, но ценничек я не увидел, ребятки. Смотрим далее. Есть все самое интересное и полезное для вас. Если чего-то вам не хватает, давно здесь не было. Сейчас смотрю, насколько много здесь появилось разнообразных, так сказать, торговых павильончиков, точек. И это прям такой одежда, думаешь, вау. Вот это жизнь пошла. Вот это прям раздолье. Столько всего попривозили. Интересно, что в этом году самое популярное по продажам. Вот вы, если смотрели, вот про мимо гуся, там какие вещи в этом сезоне прям отличные. То сопил, это прям вообще. Надо же, с пляжа аж пришел. Знаете, неспешный отдых и радует, конечно, количество людей. Потому что если бы их было не так уж много, то сказали, о, все, грусть, печаль, тоска. А сейчас вы видите, что людей прям больших количество сюда приходит, и это радует. Здравствуйте. Мы смотрим ваши обзоры. Мордовия. Очень приятно. Как зовут вас? Наталья. А где отдыхаете, расскажете нам? А, в Венес. Все нравится? Да, очень. Как там море сегодня? Мы были на море в 6 утра. Угу. А сейчас? Или а сейчас, не знаю, еще не дошли. А, все, понял. Как ну, вы тут сейчас, да? Я просто не в 6 был, в 8. 8 было 25 температура воздуха, сейчас 26. Но а ветер усилился. 18 было, небольшая. То есть было понятно, прохладно. Понятно. Сейчас посмотрим. Ну, мы зашли до колен, немножко все сводит. Понял. Вам хорошо отдыхать. Спасибо, что смотрите. Ага. До свидания. До свидания. Он с подписчиками встретится, это вообще прям друзья зарадуют. Слушайте, здесь вот всякие разные перестроения происходят. Как вам? Попробую, говорится, прощемиться через всех этих людей. Сделали асфальтик здесь, по-моему, полностью перекрывают проход. Как-то странно. Обещали здесь вообще полностью переформатировать эти места и сделать совершенно все по-другому. Мы будем лица смотреть и следить. Столовая в этом году что-то не открылось. Вот там написано прям через Динамо, что ли, проход к морю. Хм. Интересный вариант. В общем, мы будем за этим следить, друзья мои. Как оно будет в дальнейшем выглядеть и что из себя будет представлять. Здесь мы добрались уже непосредственно до тех мест, где были тоже разные ролеты. Их тут посносили частично, частично что-то осталось. Вот деревяшками заделывают. Ну, в общем, готовятся к открытию впервые лавочки на этом проходе к морю. Единственное, можно здесь пока увидеть минус. О, кстати, смотрите, точно через Динамо делают проход к морю. То есть не сюда типа ходите, а вон туда ходите. И там разнообразных куча всяких мест будет. Смотрите, приглашают у нас на морские развлечения.
И точно, меня позвали, говорит, заходите, покажите на соседний пароход, теперь где будет куча всего там продаваться. Ждем уже, когда появятся здесь настилы. Появились торговые точки на дюнах, чего раньше не было, даже с камерами. Живешь и удивляешься тому, как все здесь развивается по-другому. Дюны в этом году здесь подрыли. Ну, сколько людей. Сегодня вот на календаре действительно еще не совсем у нас пик сезона, но народу в Джимоте уже прям очень много на отдыхе. Это прям классно. Здесь начинается уже настил, причем в два ряда. С правой стороны по направлению, как говорится, движения людей, которые идут на пляже. Будьте внимательны, аккуратны. Стату, которую предлагает вообще, в принципе, на все услуги, уточняйте, друзья, ваши все ценники. То, что можно как бы вылететь еще не по-детски. Туалет можно увидеть по 30 рублей. С правой стороны работает бар, качает музычка. Народ сюда убегает на перекуры. Смотри, еще один бар, замороженным очередь. Слушайте, ну это прям сезон пошел, хочу сказать, ребятки. Красотища такая. Да, друзья, смотрю на эту картинку и, конечно, очень сильно радуюсь. И благодарю всех, кто приехал. Я, честно, не ожидал, что сегодня вот выйду и будет такая красота. Конечно, много ожидал, но что столько будет людей, буквально так вот по щелчку пальца, это, конечно, неожиданно. 23-й год, ребята, 6 июня. Лежачки уже, видите, позанимали. То есть люди отдыхают по максимуму. И это прям, ну, очень радует, что столько народу на пляже, все приехали. Единственный, конечно, минус, что сегодня ветер северный и прохладная водичка. Но я думаю, что в дальнейшем все будет прям хорошо, и это тоже изменится. Да, туда смотришь, это центральный пляж Джимоте, там вообще что происходит такое невообразимое. Давайте зайдем в море. Возле моря температура воздуха почти 30 градусов. Это воздух. На контрасте вода будет прям казаться ледяной. Закидываю градусник и проверяем. Да, ну люди молодцы просто. Спасатель, купание детей разрешено с 19, взрослым можно с 17. Но красные флаги мы видим, потому что температура. Мороженка, кстати, продают. И посмотрите, пляжик чистый, мусорки стоят, лежачки по 300.